понимаю самое главное, что когда ловишь на фидер и на донку, да на что угодно, главное, друзья, это не результат, а процесс. Насадил червячка, а лучше что-нибудь такое, что долго перенасаживать не надо. Взял тарашечку или воблочку и сидишь себе спокойненько. Ее чистишь и наслаждаешься. И любуешься, как твоя удочка спокойненько стоит и ждет поклевки. Красота. Кукурузные пилетки рулят, оказывается. Смотрите-ка. Такие вот желтые штучки. И ждем море погоды. Один раз дернуло и замолчал. Ах ты, карась. О, ребята, фидер рулит, видите? Доброе утро, друзья. Сегодня какой-то ветер поднялся. Пытался встать пораньше, в 4. Но что-то сил не хватило. Переставил будильник на 5. Но ничего, я думаю, что наша рыба никуда не денется. Сейчас традиционно проверю донки после ночной рыбалки. Позавтракаю. И с Лехой ловить. Сама на клок. Солнышко только встает. Утро начинается. Ни рыбы, ни клопа. За ночь нам наши снасти ничего не принесли, но мы не теряем духа. Сейчас что-то поймаем. Если, друзья, вы встали на тропу сомятника, то утренняя чистка ракушек для вас становится уже определенным ритуалом. Снимать их надо целиком, со всей бахромой, потому что сом эти сопельки любит. Там еще остается внизу, Лех? А, что-то тут уже не так, чтобы очень. Они еще попрятались кое-где. Ну да, они дохрена где попрятались. Да. О, нормально. Сегодня, смотрите, полный штиль. Вообще красота просто. Наша задача, ребята, набить вот этой ракушкой крючок до предела. Вон Лех тоже свое дело черное делает. Убивец замов маленьких. Сегодня мы на больших. А то мы узнали, что здесь бывает, за то, что слишком маленьких вылавливают. Мы даже мальков теперь отпускаем. Друзья, какая-то вакханалия у нас тут происходит в мелководье, а поклевок нет. Вот что им не хватает, мы не понимаем. И квокаем громко, между прочим. Thank you.
Нормальный такой, смотришь. Тихо-тихо, не форсируй. Не форсируй. Сейчас зайдем. Есть еще. Ну, как раз на копчушечку нам. Садись, разбирай. Я буду дальше клопать. Ну что, друзья, вот наконец-то и я обрыбился. Вот такого детеныша поймал. Ой, так, детеныш, тихо. Ну, конечно же, мы детей отпускаем. Знаете, как у него колотится сердечко. Давай, поехали. Только сожрал нашу наживку. Вот так вот развлекаются наши детишечки. Леха, ну ты рад? Саму? Ты сегодня опять герой дня у нас. Ну пока да. Ну что, Леха, доставай. Давай мы посмотрим. Сегодняшний. Сколько урок. Наш сегодняшний трофей потянул? Ничего себе. Упирается. Да, этого сомика нам придется съесть, поэтому, блин, извини, сом. Мне досталась не самая лучшая участь. Ну, не самая худшая. Да, тебя могли бы съесть какие-то непонятные рыбы, а так тебя съедят высокоинтеллектуальные люди. Это же честь для тебя. 4200. Ну, уже... Идем по нарастающей. Итак, друзья, на завтрак у нас сегодня омлетик. Отправляем. Помидорки. Чеснок растет прям конкретно. Луковицу мы забабахали. Теперь туда чеснок. Ну вот в моем случае это 3 зубчика. Отправляем туда. Чеснок нам даст такой средиземноморский вкус. Отправляем наш перчик туда же. Так, 3 помидорчика, я думаю, нам хватит, или 4 сделать все-таки. 4, по-моему. Ну, значит, все их закидывают. Да. Опа. Ну, чего у нас? Будем экспериментировать. Угу. Прекрасно. Соль я посолил. 6 яиц. И примерно, друзья, пол пакета молока на такое количество. Ну что, заливаем. Залили, разровняли, накрыли. Огонек я немножко убавлю, чтобы у нас ничего не подгорело. Ждем результата. Контрольная проверка. Ух ты, какая красота. Омлетик практически готов.